А детский флис, это детские толстовки флисовые, бренд Gap, на 12-18 месяцев указан размер, то есть на год, на полтора, рукава чистая, локти чистые, без какого-либо видимого износа. Следующая у нас толстовка, тут, к сожалению, бирки нет, посмотрим внутреннюю бирку, на 3-4 года, тоже в хорошем состоянии, рукава, локти чистые. Не указан возраст. Посмотрим здесь. Так, 134 сантиметра указан рост. Это получается примерно на лет на 7-8, да? Примерно где-то так. Состояние хорошее. Кстати, Англия. Вес лота составляет 9 килограмм. Флис. Детский бренд Чироки. Наверное, месяца на 3. Пуговицы все на месте. От 3 до 6 месяцев указан возраст. Резинка хорошая, эластичная. Так, тоже вот с капюшоном маленькая толстовочка, но тут уже нижняя резинка деформирована на поясе. Тут тоже уже есть износ. 9-12 месяцев указан возраст, то есть до да, годика. Мальчиковая толстовка на 6-7 лет. Brand Next на 2-3 года. Категория экстра. Так, 5-6 лет указан возраст. Это у нас Марк Спенсер. Рукава здесь грязные. Блин, куча букв, но нет, возраста не вижу. Ладно. Не скажу. Так, это Next. На 9-12 месяцев. Состояние хорошее. То есть сильного износа нет, но все же на некоторых незначительный износ есть. Но в целом состояние хороших вещей. Так, здесь у нас указан возраст 7-8 лет. Но эти флисовые толстовки тоже вам знакомы уже. Кстати, вот резинка, да, уже немножко деформирована, хотя эластичные, начали появляться катышки уже. Незначительный износ есть. Так, далее примерно тоже на 3-6 месяцев флисовая толстовка маленькая. Здесь у нас 8-10 лет указан возраст. Белые рукава белые, чистые, состояние хорошее. Так, тут на 3 года 98 сантиметров указан рост. Замочек работает. На 3-4 года Марк Спенсер. Тут, наверное, месяца на 3-6. Нет, 6-9, оказывается, месяцев указан возраст. Ну, в целом нормальное состояние, но визуально кажется, что есть какой-то износ. Просто впечатление такое. Так, дальше снова у нас гэп на 4-5 лет толстовочка. В хорошем состоянии более-менее, но резинка, видите, уже чуть-чуть деформирована внизу на поясе тоже. Износ небольшой все же. Бренд Треспас на 5-6 лет, 110-116 сантиметров указан рост. И тут на 6-9 месяцев 74 сантиметра указан рост. Много толстовок именно маленького возраста, на 2-3 года, вот, например, да, 92-98 с капюшоном. Так, рукава и локти. Четыре, пять лет. Далее здесь у нас 7-8 лет указан возраст. Износ есть. Катышки начали появляться, резинка еще хорошая, эластичная, но все же катышки появились. 7-8 лет указан возраст. Так, тут у нас маленький, наверное, годик. Годик, а 1,5-2 года. 11-12 лет. Самый большой возраст пока вот в этом мешке. На 6-7 лет.
Так, вот рукава, локти. Для экстра очень хорошее состояние. Бренд Next. Это Джордж. Резинка эластичная. Ну, немножко грязная, по-моему, да, чуть-чуть. 6-7 лет указан возраст. Замочки работают везде. Так, это Next. Жилетка флисовая. 6-9 месяцев указан возраст. На 7 лет толстовка с капюшоном. Кстати, состояние. Так, тут вот пятна есть какие-то. На 3-4 года бренд TU. Тринадцать лет указан здесь возраст, в хорошем состоянии, резинка эластичная и рукава локти чистые. К сожалению, бирки нет. Марк Спенсер на 9-10 лет, в хорошем состоянии. Так, здесь у нас 7-8 лет, 122-128 сантиметров указан рост. Рукава локти чистые, состояние хорошее. Так, на 2-3 года. В хорошем состоянии была толстовка эта. Так, здесь у нас указан возраст. Так, это Марк Спенсер, но, к сожалению, возраст какой я не вижу. Кнопочки все на месте. 6-7 лет. Тоже, кстати, в хорошем состоянии. Так... Бренд Next. Это флисовый комбинезон. Только возраст, к сожалению, не указан. Резинка эластичная, но слегка деформирована уже, как видите. Конечно, здесь вот, например, в мешке просто так резинка отлежалась. Но все же в целом, да, есть небольшой износ. 12-18 месяцев указан возраст. Это получается год-полтора. Бренд Next. Нормальное состояние. Так, Марк Спенсер. 12-18 месяцев, то есть получается на год, на полтора года. Бренд Rebel на 9-10 лет, флисовая толстовка. В основном возраст маленький. Так, здесь 8 лет указан возраст. И последняя, кстати, вот состояние хорошее. И последняя толстовочка марки Gap. От 0 до 3 месяцев. В хорошем состоянии. И на этом все.